Всем привет! Мы находимся в городе Хев, бывший Эгер. Эгер – город на реке Огрже, находится на западной границе Чехии с Германией. В XI веке бывшее славянское городище стало частью Священно-Римской империи в составе владений Штауфенов. Имел статус имперского города. В 1157 году Хев перешел по наследству к немецкому императору-кайзеру Фридриху Барбароссе, который перестроил старый град в императорский Пфальц. Во времена правления короля Иоанна город как наследственный залог был окончательно присоединен к землям чешской короны. Хев – город в Карловых Варах, на крайнем западе Чехии. Это важное место для образования и промышленности. Регион Эгерланд назван в честь одноименной реки Эгар. Город также расположен в Богемском Готланде. Название города с 1061 года Эгерия, с 14 века Эгер и Хеп задокументированы даже в одном и том же тексте 1374 года. Эгра что-то на богемском языке означает Хеп. Чешское название восходит к старой форме Охыб, изгиб, и, вероятно, относится к течению реки недалеко от города. Кроме того, считается, что славяне приняли исконно-германское название Чуб – высота или скала над рекой. На немецком языке город назван в честь реки Эгер, на берегах которой он лежит. Название воды имеет индоевропейские корни. С 1850 года город официально назывался Эгер и Хеп. С 1945 года официальное название Хеп.
Jetzt geradeaus nach unten. Birne kriegst du aus dem Zug. Hallo. Hallo. Kannst du hinübergehen? Da geht's wahrscheinlich besser.
Die Stadt heißt Hepp, wie Philipp ohne L. Mhm. Gehen Sie los.